Что ты смотришь? А, ты начал смотреть это видео? Ну окей. Хорошо, ты можешь написать в комментариях, зачем я пью чай и не говорю, за что я люблю интернет. Давайте подождем 10 секунд. Это моя новая фишка в блогах. Так, всех приветствую. Привет, YouTube. Привет, мои старые и новые подписчики. И в этом видео я хочу рассказать, за что я люблю интернет. Я люблю интернет, потому что в нем есть Google. Google – это классная вещь, потому что, например, можно спросить, что такое водка и из чего состоит Арсенич. В чем смысл жизни? Вы это можете задать в Гугле, и он вам выдаст кучу ответов. И в итоге вы не получите ни один разумный ответ на ваш вопрос. У вас возник вопрос, ни одна живая душа на свете вам не смогла ответить на этот вопрос, вы, естественно, прибегаете к Гуглу. На данный момент мне нравится ВК или просто ВКонтакте. Мне нравится в первую очередь, потому что это просто... Ну, мне нравится просто ВКонтакте. Ну, пока что мне просто нравится. Я люблю интернет, потому что в нем есть YouTube. Я не считаю, что YouTube это весь интернет. Нет. Это может быть 10% от всего интернета, потому что в интернете есть куча других платформ. Я люблю интернет за то, что в нем есть Википедия. Кстати, очень классная вещь. Там много очень полезной, кстати, информации, которая вам, особенно кто учится в школе, в институтах и даже в колледже. Я люблю интернет, потому что в нем есть пираты. То есть я считаю, пираты, они очень помогают таким людям, как я, потому что я не могу себе позволить пить Windows, например, 10, потому что это стоит для меня бешеные деньги. Я все просто пользуюсь торрентом. Да, я люблю интернет, потому что в нем есть торрент. Я постоянно захожу на сайты и качаю на халяву игры, фильмы и много-много что другого. Потому что я не могу себе позволить, я нищеброд, я просто бомж, я не могу себе позволить купить что-то лицензионное. Я люблю интернет, потому что это весело. Просто весело. Бывает вот делать нечего. Ты заходишь в любую социальную сеть, добавляешь нахер никому не нужных тебе людей, которых ты вообще никогда не видел в реальной жизни, начинаешь с ними знакомиться, и порой доходит это либо до троллинга, либо это доходит до чего-то смешного. И интернет — это просто весело. Напишите в комментариях, за что вы любите интернет.